В эфире программа «Ваши кумиры». В прошлой программе я рассказывал вам о Клаудии Шифер. Это замечательном человеке. В этой программе мы поговорим о Мульо Иглесиас. Слава пришла к Мульо Иглесиасу. Что за Улио? Нормально, я все читаю. Рано... Что ли у него Улио? Хулио! Красивый по тембру, богатый обертоном. Голос Улио. Ты можешь нормально говорить Хулио? Хулио, вот это ты хотел услышать? Да это и хотел Хулио! Да, и Хулио! И что изменилось? Да Хулио ты от меня хочешь? Теперь мы с тобой виноваты, что человека так назвали? А ты виноват, что написали мне этот текст. Ни аранжировки, все это содействовало успеху Хулио Иглесиаса и его стремительной карьере. Сегодня Хулио Иглесиас считает себя отцом всей современной латиноамериканской музыки. Помимо родного сына Энрике Хулиовича, извините, Хулио Иглесиас родился 23 сентября в семье врача-гинеколога. Понятно теперь, откуда имя такое?